Итак, всем привет! Сегодня я в этом видео покажу про мою коляску. И давайте начнем. Сперва внутри. Первая такая переноска. Когда холодно, можно класть ребеночка и идти гулять. Простите, пожалуйста, здесь мой котенок. Дальше здесь есть рычаг, который поднимается и отпускается, когда ребенок спит, можно его отпускать. Когда он просыпается, можно посадить, он будет сидеть. Также и здесь вот так вот. Потом есть капюшон. Специальная такая вот штучка, чтобы когда мама едет, видно, что ребенок спит или сидит, или плачет. Здесь лежат три бутылочки. Одна вот такая большая, одна поменьше и одна еще поменьше. Вот, три бутылочки. И здесь специальная штучка. Когда идешь на магазин, можно либо памперсы, либо какие-то вещи положить. Потом здесь еще есть вот такие отстежки, чтобы когда она испачкалась, можно ее снимать и постирать. Вот здесь это вот так вот там. И очень удобно. Здесь опять вот хулиганы, все. Дальше есть ручка, есть также сумочка, чтобы таскать вещи, соски разные. Так, видите? Есть ручка. Что в ручке? Она вот так вот можно. Если вам неудобно, можно ее наверх. Вы видите, у меня здесь котенок Пуся, бегает. Все мешает. И можно опустить, если какой-то ребенок маленький. Дальше можете вот так вот сделать. Обязательно вот так тяните вверх. Потом вот так. И сейчас. Опа. Вот так. Потом вы. Что нужно сделать? Вот так вот согнуть. Вот она и будет. Вот так вот так ходишь, катаешь ребенка. И что я, наверное, по всему вам рассказала. Ставьте лайки, подписывайтесь.